поклонник джаза, прадедушкин ковчег. С рассказа до рассказа, с ночлегом по ночлег. Извилиста дорога, текущая с небес. Бывает где-то плохо, но не здесь на Миссисипи, где скрипка и гитара, но не здесь на Миссисипи, где... На прощание этого концерта, ну, может быть, не совсем, нет, я даже так. Сейчас ее сыграть-то не смогу. Понятно. Надо подобает. Если хотите, я могу вам сыграть маленькую, ну, как бы, на бис, на ваш бис, такую маленькую песенку, которая называется «О, красота». Тогда на бис. Имеющие уши дослушают. Ну, следующая песенка была написана к несостоявшемуся спектаклю, который назывался «Троянской войны не будет», по пьесе очень интересного французского драматурга Жана Жерадо. Вот, мы как-то прочитали ее у костра на каком-то, значит, в собрании нашем юношеском давным-давно, и сказали: «О, все, мы будем играть эту пьесу, а ты пишешь песни», мне сказали. Значит, я написал песен 7 или 8, вот, песенки 2 осталось еще с тех пор, вот, но спектакль так и не был поставлен. А момент такой, значит, Елена Прекрасная гуляет по Трое, а на нее взирают старики и исполняет хор стариков. Значит, я выступаю за хор стариков. Красота, какая шея, перетекающая в плечи. О, красота, ты панацея для тех, кто стар, для тех, кто старый покалечен. Красота, какие ноги в твоем роскошном арсенале. Как замечательно убоги скончаться у твоих сандалий. Красота какая, талия и грудь, о, красота, какие ноги, бедра, талия и грудь, о, красота, какие ноги, бедра, талия и грудь, и грудь, и грудь, и грудь, конечно. Да? Электричку? Могу. Могу, не, вот. Уже знаю. Хорошо. Широко известная в народе геометрическая песня. Сейчас. На самом деле, да. Ну, она серьезная песня. Не развяжется узел, а ворвется канат. И погиб осенузел, заскучает квадрат. И пойдет, как покатит, а покатит не всем. Через северный катит в лагеря теорем. За сферическим морем берег Тангенса крут. Не подрубят под корень, целиком извлекут. И погонят по шару от бугра до бугра. По перпендикуляру до прямого угла. И на паперти плоской осознаешь на миг, стоя на перекрестке параллельных интриг, не твоя оболочка прожигает века, сигаретная точка твоего маяка.
Кто-то выходит.